Особенно упорным и напряженным оказался финальный матч на Кубок СССР по футболу. Чтобы выяснить, какая из столичных команд, «Спартак» или «Торпедо», станет обладателем Кубка, им пришлось проводить повторную встречу. В самом ее начале соперники обменялись голами. Этот счет 1-1 сохранился и к исходу вновь назначенного дополнительного времени. Впервые в истории розыгрыша Кубка спор двух команд должны были решить серии пенальти. Начинает «Торпедо». Никонов. Гол! «Спартак» Папаев. Неудача. «Торпедовец» Юрин. Еще гол! Из спартаковцев лишь Булгаков послал мяч точно в сетку. Победив с общим счетом 6-2, футболисты столичного автозавода имени Лихачева пятый раз завоевали серебряно-хрустальный кубок СССР.